Вот такая, друзья, у нас погода на юге. О! В лес не зайдешь, в поля не заедешь. Поэтому единственная отдушина у нас, это, конечно же, пляж. Пляж на берегу Черного моря. Там есть чистая от снега береговая полоса, и поэтому мы идем туда копать. Посмотрим, что у нас сегодня получится. Там вон лодку надувают. Здрасте. Нифига себе, вы на рыбалку? Водку пить. Офигеть можно. Холодно же, блин. Нормально? Ну, каждый отдыхает по-своему. Классно. Ох, отчаянные ребята. За рапаном пошли. Сигналы есть, ребята, есть сигналы. Пока ничего не показываю. Но интересности уже есть. О, друзья, колечко. Блин, море рядом. О, есть серебро, друзья. Отлично. Забираем. Видите, повыкидывала. Там монеты нашел. Тут вот колечко выдернул. Сейчас дальше пойду. Железяка. Рубль. О, ребята. Смотрите, крестик. Да, такой прикольный. Вот это сегодня выход. Нормально. Второе серебро, друзья. Забираем. Видели, да? Штормом наносила. Вот я вот тут и хожу. Крестик я здесь как раз и нашел. Ну, мусора, конечно, хватает. Вопросов нет. Ракушки, рапаны. Монеты я не показываю. Потом покажу. Очень много вот таких вот гнилых монет. Где она тут? Это уже не монета, ребята, это уже конец монете. Так что хватает барахла всякого. Продолжаем ходить. Вот еще гнилая монета. В общем, добра тут полно. Вот еще похоже. Сейчас посмотрим.
Вообще в ракушечнике очень тяжело искать. Фиг найдешь. О, нашел. Ну тоже гнилая. Опять погода портится, вон туча какая лезет. Или будет дождь, или снег. Но море там парит, просто жесть. Прям пар поднимается кверху. Ну а мы продолжаем. Ищем. Ну вот, друзья, такой выход у меня сегодня. Одно серебряное кольцо. Вот такой замечательный крестик. Ну и, конечно, монеты. Всем удачи и скорейшей весны. Приехал с пляжа жену забрать с работы. Выхожу с машины, блестит. Ну, думаю, все, не на пляже, так хоть тут повезло. А нет, ребята, бижутерия. Так что прикалывается дедушка Хабар. Не мой день.